Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал Не Нави, игровой канал о летсплеях и прохождениях игр. И сегодня мы потестируем новый ящик, пооткрываем его в PUBG Lite. Данный ящик приурочен к окончанию сезона. Здесь есть весьма прикольные шмотки. Смотрится персонаж стильно, но, правда, на женском поле. Так как у меня мужской пол, мы сможем подобрать что-то более актуальное. Но все зависит от нашего везения и рандома. Поэтому стоит один ящик 4 медальки или же 60 элкоинтов донатной валюты. Ее у нас, конечно же, нету. А вот медалек немного подкопилось, поэтому я думаю, стоит их сегодня потратить. Ну что, поехали, открываем первый ящик и смотрим. Так, шапка рокбайкера. Давайте-ка посмотрим, где она находится в топе. Это не самая худшая вещь, которая может выпасть. Вот она. Смотрится банально, уныло, ничем особо не выделяется, но это хотя бы не серые. Не серые бомжатские вещи. Хорошо, уже неплохо. Смотрим дальше. Открываем второй ящик и надеемся на что-то. Хотел бы я сказать синенькое, но выпадает самое унылое. Майка женская сила. Она достаточно дешевая, галимая. И носить мы ее, конечно же, не будем. Открываем дальше. Так. Да что ж ты, второй раз подряд выпадает ужасная, самая худшая вещь, которая может выпасть, серая. И, конечно же, она нам не нужна. Все это мы будем продавать и выбрасывать. Основная цель — это вот этот крутецкий шлемацкий и, конечно же, корячок. Давайте попробуем еще раз. Поехали. Ну, вот это уже что-то получше. Это уже из фиолетового, это уже из более-менее дорогого. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, мы были так близко, мы подобрались очень близко. Но, увы. Давайте крутанем сразу 10 ящиков. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы понять, стоит ли вообще крутить особый ящик. И каковы же шансы, если открывать 10 ящиков подряд. Так, первый, второй, третий, да ты что, четвертый, пятый, шестой, говно, 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 это уже неплохо, это говно, и черт возьми, нам два одинаковых рюкзака выпало, но в принципе, я весьма доволен. Смотрите-ка, нам выпал крутой парашют, ну, для девчонок, конечно, но тем не менее, нам выпало два скина, не на особо эффективные пушки, но все же. Может быть, у меня будет возможность теперь побегать с обрезом или с плохой эмкой, которую я так сильно ненавижу. Но из хорошего этот нам выпал рюкзак, к сожалению, два, и армейские зеленые джинсы. Это то, что более-менее чего-то стоит и весьма неплохое. В принципе, я хочу сказать, что открывать 10 ящиков гораздо интереснее. Как вы видите, и шансы повыше. Мы, кстати, подобрались очень хорошо, но я бы лучше бы, конечно, выбил корячок. Или SLR-очку. С SLR-кой я вообще часто бегаю, поэтому было бы великолепно. Ну что, я надеюсь, вам этот видос понравился. Если вы хотите открыть больше 10 ящиков, например, 100, то мы с удовольствием с вами пофармим и сделаем это. Но с вас, друзья, лайки и много комментариев внизу. Всем спасибо, до скорых встреч. Пока-пока.